«Коллапс. Ярость» — это, как несложно догадаться, продолжение боевика под названием «Коллапс», вышедшего 2 года тому назад. Если вы в него не играли или уже с трудом вспоминаете, на чем тогда остановилась история, то в начале новой игры специально для вас разработчики поместили ее краткое содержание. Родан, наш главный герой с его верным мечом, а по совместительству детище лабораторных экспериментов, в попытке спасти мир закрыл некую аномалию — портал, благодаря которому Киев наполнялся недружелюбными пришельцами. С аномалией, казалось бы, можно уже прощаться. Но, увы, вместо того, чтобы навеки исчезнуть, она распалась на множество кусочков и в таком виде продолжила партиями поставлять монстров на нашу родную землю. Один из кусочков выпускает в свет и нашего знакомого Родана, который не совсем понимает, что же с ним произошло, и при этом тут же попадает в центр ожесточенного конфликта. С одной стороны, к нему спешат недружелюбные дети аномальных осколков, с другой — вооруженные такими же мечами бандиты, а для полноты картины в округе разворачивают спецоперацию военные, которым сверху передали неутешительный приказ — стрелять на поражение. Единственный, кто принял в этой ситуации нашу сторону — профессор Горин, который во имя науки помогает прославившемуся на всю свалку экспериментальному образцу. Общаясь с ним по телефону, мы узнаем все подробности сюжета и получаем направление для дальнейшего движения. Эти самые разговоры, к слову, крайне затянуты и неинтересны. Хорошо, что можно их пропускать, а запись звонка просматривать в виде текста, так как вряд ли кто-то из игроков станет все это слушать. У главного героя в арсенале есть несколько видов оружия. Уже упомянутый меч, пистолет, одно из нескольких ружей или автоматов, а также гигантский пулемет, который можно брать в руки только на время. Последний снижает скорость передвижения Родана примерно до черепашьей, ввиду чего его ценность в бою весьма сомнительна. При помощи своего меча наш шеф-повар виртуозно готовит из монстров разнообразные блюда. Тут вам и овсянка, и вермишель, кому что больше нравится. Одно из нововведений ярости — это то, что в игру добавили возможность расчленять противника. Любители кровавых сражений, скорее всего, процессом готовки останутся довольны. Пока Родан нарезает врагов мечом, в отличие от огнестрельного оружия, на его виртуальный счет зачисляются драгоценные очки ярости и опыта. Если полоска ярости доходит до предела, на время запускается особый режим. Мир вокруг краснеет, и меч начинает успокаивать всех с первого касания. Очки же опыта можно расходовать на прокачку 4 видов комбо и 4 энергоударов. Чтобы в игре развить до максимума все доступные способности, вам попросту не хватит встречных противников, так что придется выбирать наиболее симпатичные варианты и по полной вкладываться в их разработку. Основная польза от большинства комбо-ударов ощущается в момент убийства врага. В зависимости от нажатых клавиш, Родан получает чуть больше опыта, восстанавливает здоровье или же заметнее поднимает уровень ярости. 4-я комбинация попросту самая сильная и позволяет расправляться с противником в 2 счета. При максимальной прокачке комбо видоизменяются, и подобный венец мастерства в бою приходится весьма кстати. Среди энергоударов мы видим вакуум, отталкивающий врагов, разлом, генерирующий силовую волну, искажение времени, замораживающее все вокруг на несколько секунд, а также фантом, призывающий нашего брата-близнеца помочь в борьбе с врагами. Все это вещи, конечно, полезные, но в игре они применяются крайне редко. Энергии постоянно не хватает, без прокачки от энергоударов пользы практически ноль, а вкладывать в них очки просто нерационально. Уж лучше развивать постоянно используемые комбо-удары. Примерно в середине игры на арену выходят военные, и тактику битвы приходится кардинально менять. Если до этого Родан в погоне за опытом пользовался только мечом, то теперь нас буквально заставляют взять в руки что-нибудь огнестрельное. Не совсем понятно, в чем дело, но для военных удары нашего любимого меча — о, ужас! Не страшнее комариных укусов! Враги недаром смахивают на главного героя Крайсиса. Они молниеносно меняют свое положение в пространстве, постоянно перепрятываются, стреляют из-за укрытий так, что в ответ их не достать. При этом сам Родан не может даже двигаться, присев. Именно во время эпизода с перестрелками игра частенько зависает. И все это вкупе приводит к тому, что игрок начинает скакать как бешеный и просто оббегает всех этих солдат. А что? В полете их пули редко доходят до цели, да и опыта убийствами из оружия, напомним, не заработаешь. Так что на фоне достаточно интересных битв холодным оружием местные перестрелки выглядят весьма уныло. В ярости сложно найти что-то из киевских достопримечательностей, а значит, одна из главных изюминок оригинала бесследно пропала.
Плюс к тому разработчики отнеслись к отладке спустя рукава. Игра порой вылетает, а игрок может наблюдать весьма забавные сцены. К примеру, если Родена уже убили и его бездыханное тело лежит на земле, никто не мешает вам позвонить по телефону Горину и задать ему пару вопросов с того света. Сама игра, прикрываясь статусом продолжения, получилась весьма короткой, и для кого-то это станет еще одним минусом. Тех, кто любит смаковать игры подольше, ждут 50 различных достижений, режимы арены с растущей сложностью, хардкора со сложностью прямо-таки запредельной, а также испытания, в которых нужно не только работать мечом, но и немного думать. Основной же сюжет укладывается всего в несколько часов игрового времени, и он явно намекает на последующее продолжение. Подытоживая, «Ярость» — это неплохой боевик, который выпустили весьма кстати ввиду летнего затишья с отсутствием громких релизов. Игра не лишена недостатков, но за столь эффектные и весьма сложные бои на мечах под отличную музыку ей определенно можно простить многое. Тем не менее, обрывается все ровно в тот момент, когда становится по-настоящему интересно, и от этого не опечалится разве что самый стойкий игрок.